Однажды синий трактор услышал сильный шум. Что это за шум такой? Нужно посмотреть. Что-то я не пойму, откуда раздается шум. Так, попробуем поехать туда. Тут шума почти не слышно. Значит, я приехал не туда. Придется вернуться назад. Трактор приехал на шум и увидел стройку. Вот это да! Еще вчера тут ничего не было. Интересно, что происходит? Привет, синий трактор! Мы строим детскую площадку, чтобы ребята могли здесь играть. Вот здорово! Я могу вам чем-то помочь? Конечно, синий трактор! Нам забыли привезти песок. Если ты поможешь его найти, тогда мы закончим гораздо раньше, и дети будут рады. Хорошо, тогда я поехал на поиски песка. Подожди, синий трактор! Возьми с собой лопату, она тебе пригодится. Спасибо. А еще мне нужно заехать домой за прицепом. Оп. Так, теперь нужно придумать, где найти песок для ребят. Точно. На речке есть песок! Ура! Поехали на речку! Ура! Я нашел песок! И лопата как раз пригодится. Ну все, теперь, наверное, хватит. Теперь можно отвезти песок строителям. Вот это да! Да вы уже все построили! Как быстро вы работаете! Да, мы старались, чтобы дети могли побыстрее играть на этой площадке. Не хватает только песка в песочнице. Я привез песок для ребят! Можем выгружать! Какой ты молодец, синий трактор! Я помогу тебе выгрузить песок! Для этого мы используем специальный ковш. Отлично, ребята! Давайте, осталось еще чуть-чуть! Готово! Ну вот и все. Детская площадка готова. Ребята, приходите сюда играть!